Реализация национальных проектов, развитие уличной дорожной сети и рост поступлений в бюджет. Заседание городской думы впервые за 2 года прошло в очном формате. Депутаты могли вживую обсудить главные темы, которые касаются жизни мегаполиса. Подробности прямо сейчас. Бюджет города пополнился на 1 миллиард рублей из областного бюджета. На эти деньги планируют продолжить работу по обустройству новых скверов и парков. Часть средств депутаты решили направить на строительство и ремонт дорог. Половина этих денег пойдет на развитие уличной дорожной сети. Кроме того, это будет реализация больших планов по озеленению, благоустройству, ну и многое другое. Позитивное то, что случится в нашем городе. Депутаты эти изменения поддержали и проголосовали. На заседании внесли изменения в правила землепользования и застройки в рамках проекта комплексного развития территорий. Изменения ждут улицы Танкистов, первой пятилетки, Героев Танкограда, Марченко и проспект Ленина. Уже вскоре на некоторых участках снесут ветхие строения и возведут современные микрорайоны. Город живет, меняются условия, мы подстраиваемся под новые реалии, но самое главное, что мы продолжаем увеличивать и количество отгруженных товаров, как вы увидели по процентному соотношению, увеличилась номинальная заработная плата, увеличилось количество налоговых поступлений в бюджет, пусть незначительно, но оно увеличилось. Инициативное бюджетирование – одна из главных задач на сегодняшний день. Проект стартовал в прошлом году. В 2022 на проект направят порядка 1,5 миллиарда рублей. Уже идет конкурсный отбор. Он продлится до 15 апреля. Также на заседании депутаты приняли решение установить мемориальную доску на здании одной из типографий и присвоить звание почетного муниципального служащего начальнику архивного управления. Свидетельство и нагрудный знак будут вручены в торжественной обстановке. Юлия Сафронова, Андрей Грищук, 31 канал.